Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Тотем. Были ли в роду практикующие маги?», где первая карта скажет «Были ли в роду люди практикующие?». Здесь выпадает карта реальной магии, да, это было связано с какими-то магическими практиками. Обучение знания очень много давали. И было это в вашей семье, то есть в ваших близких. Передавались ли знания? Знания передавались, да, из поколения в поколение, целенаправленно. Приняли ли вы эту силу? Ну, судя по карте, вы еще не приняли эту силу до конца, но вообще она передается по женскому роду. Так, сила в ветви матери. Больше иллюзий каких-то, да, то есть иллюзий фантазий. Сила в ветви отца. Борьба внутренняя. Знание по роду матери, направление в магии. Здесь такой и эгоизм, и наивность, и связанное, кстати, с семейными какими-то отношениями, то есть знание построения семейных отношений, как воспитывать детей, да, и как быть счастливым. Знание по роду отца, направление в магию. Здесь вы почему-то ничего не захотели принять, у вас была апатия, лень, да, то есть здесь вот какое-то отторжение. И КПД рода в магии, смотрим, коэффициент полезного действия. Здесь приятные встречи и любовь к близким. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.